Особо внимательные заметили пасхалку на грядущий трек в клипе «Ниджаз только так». Только так я не появляюсь в кадре практически вообще, только появляюсь в конце, обнимая одну из героинь. Тем самым я поддерживаю всех девушек, которые пережили расставание, боль и, самое главное, предательство со стороны своей второй половинки. Напомним, песня была посвящена бывшей любви певицы, и видеоистория получила продолжение под названием «Мало». Кстати, в этот раз автор песни – настоящий зэджигит Алишер Егембердиев, с которым певица дружит давно. Я считаю, что у него очень хорошо получается писать песни. Я надеюсь, что это наше не последнее сотрудничество. Первое, но не последнее. И когда я услышала эту песню, он мне скинул в качестве демо, и я поняла, что она абсолютно у меня откликается внутри, и я очень хотела бы ее спеть. С муд-видео все вышло просто. После съемок клипа «Только так» Ниджаз выгнала, так сказать, из кадра 16 красоток и на той же локации сняла «Мало». Та самая студия, тот самый интерьер, я в той же самой одежде. И, в общем-то, я остаюсь одна и продолжаю рассказывать свою историю. Нет тебя, мало, нет тебя, нет тебя, мало.